играли. Вам приходилось это? Да. Был у вас такой опыт? Пришлось, да, я в 2013 году пел в театре Гаэтано Доницетти в Бергамо. Я пел проект оперный. С огромным удовольствием я делал это, и мне очень понравилось. Сегодня вы выступаете в Иерусалиме. Есть какая-то разница в публике, в зале, в настроении? Нет, разницы в настроении нет. Публика замечательная, публика очень теплая. Я очень люблю вообще и израильскую, и иерусалимскую публику. И, несмотря на прохладную погоду, публика очень теплая. Когда пели итальянские песни? Ну, о чем я мог думать? Я думал о музыке, потому что я же музыкант. Образы, конечно, у нас это самое главное, но песни у нас были сегодня. Лично у меня были песни, которые я пел в интерпретации, которые не пели те певцы, которые пели раньше. Потому что мне выпала сегодня честь петь более эстрадизированную музыку, чем моим коллегам. Они пели более классичные вещи, пели неаполитанские песни, оперные арии. А я пел песни, именно песни итальянские. Они очень теплые, эмоциональные, как все итальянцы. Но мы, евреи, мы же тоже очень эмоциональны. Поэтому мы южные, очень, да, южные, да. Песни очень красивые. Я не знаю ни одной итальянской песни, которая была бы некрасива. Все изумительные, мы поем с огромнейшим удовольствием. Dimmi che sia.
оперы солистов. Хор солистов — это звучит сильно. Молодцы, спасибо.